В здании администрации состоялся круглый стол под названием «От проекта до объекта» для предпринимателей, проектировщиков и застройщиков округа. Представители Центра содействия строительству, созданного при правительстве Московской области в 2017 году, провели семинар по разъяснению актуальных вопросов и оказанию поддержки малому бизнесу. Сегодня хотим рассказать о Центре содействия строительству, о его деятельности, о прошедших проведенных мероприятиях и запланированных на следующий год, об услугах, которые оказывает Центр содействия строительства, о той помощи, которую мы оказываем застройщикам в получении исходно-разрешительной документации для получения разрешения на строительство, и рассмотреть как раз такую актуальную тему, как получить разрешение на строительство, порядок действий. Первый круглый стол прошел именно в Ленинском городском округе по причине высокой градостроительной активности и большого количества потенциальных застройщиков территории среди малого бизнеса. Вводный экскурс, да, и погружение тех застройщиков, относящихся к малому бизнесу, которые хотят так или иначе начать строительство на принадлежащих им земельных участках и в попытках оформить документацию, пытаются обратиться в различные инстанции ведомства, и результат получается отрицательный. Максимально, чтобы как-то систематизировать у них в голове этот процесс, вот такой, первая встреча такая проведена. Подобные мероприятия позже состоятся и в других муниципалитетах области.